Всем добрый вечер! Сегодня речь пойдет об игре Pokemon Go, которая вышла месяц назад, но за это время уже успела наделать много шума. Например, в Гватемале, играя в эту игру, погиб 18-летний Херсон Лопес де Леон. На подростка и его кузена напали во время охоты на покемонов в городе Чикимула. 18-летний Херсон был застрелен насмерть, а его 17-летнего двоюродного брата серьезно ранили. На месте преступления, где подростки ловили виртуальных существ, было найдено около 20 гильз. Местные новостные агентства сообщили, что кузены шли вдоль старых железнодорожных путей, когда на них градом посыпались пули из проезжающего мимо автомобиля. Полиция ищет пассажиров фургона, который поспешно скрылся с места преступления. Мотив пока остается загадкой, но у полицейских есть версия, что подростки стали жертвой неудачного ограбления. Другая версия предполагает, что одного из подростков целенаправленно вычислили по GPS. Херсон скончался в больнице, а его брат Дэниел восстанавливается после огнестрельного ранения в ногу. По словам матери погибшего подростка, тот уже готовился ко сну, но потом кузен написал ему и предложил отправиться на поиски покемонов. Pokemon Go вызвала массу проблем в разных уголках мира. Например, в Англии группа подростков из 20 человек угнала лодку, чтобы половить покемонов на середине озера. Еще один англичанин заплатил штраф за то, что играл прямо за рулем. Во Флориде мужчина подстрелил двух парней, которые ловили покемонов во дворе его дома, приняв их за грабителей. А тем временем в Боснии игроков предостерегли об опасности подрываться на мине во время охоты на покемонов. На этом все, ребят. Будьте осторожны и бдительны, играя в Pokemon Go, ну или же если захотите поиграть в эту игру. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу этой игры, а также поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями.